Сквер «Новое поколение» – излюбленное место отдыха жителей микрорайона Свияга. Поэтому на призыв благоустроить общественное пространство откликнулось много неравнодушных. Учитывались и мнения горожан по внутреннему обустройству сквера. Так, в плане появились детская площадка для детей, скейт-парк для молодежи, дорожки для скандинавской ходьбы для представителей серебряного возраста. Установят и сцену для проведения концертов. Все это будет сделано в следующем году. А до конца 2020-го необходимо доделать освещение и пешеходные дорожки. Летом из-за сноса нестационарного объекта в парке работы приостановились. Однако подрядчики обещают доделать работы вовремя. Да-да, это уже инициатива наша, местных жителей. Продолжить этот сквер в рамках проекта «Местная инициатива». В этом году мы уже порядка 200 тонн песка, Сергей Иванович, на пляж там завезли. То есть там уже песочный пляж. Несколько поставили даже этих для отдыха активного, как их лежаков. И дальше планируем вот эту вот всю тропу благоустроить в рамках народной инициативы. Эта тема, она на контроле, я ее буду... Это следующий год, да? Это следующий год, однозначно, да. Благоустройство проводится в рамках программы формирования комфортной городской среды. Продолжается работа по реконструкции ливневой канализации. Много лет местные жители жаловались на неработающую канализацию. Регулярно после сильных дождей участок микрорайона Свияга затапливало. Вначале вдоль улицы Шолмова, как раз где мы сейчас находимся, вдоль сквера «Новое поколение», работы проведены. Это участок 120 метров диаметром 600, заменена ливневка. Остается еще один 100-метровый участок вдоль улицы Камышинская. Чтобы заменить ливневку, нужно будет перекрывать улицу Шолмова. Работы начнутся в 20-х числах сентября. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.